Кровотечение должно прекратиться. Кровопролитие должно прекратиться, друг. Почему ты... Почему оно увеличивается? Это же нужен шприц. Тебе же нравится это дерьмо. Получай. О, да. Вылезай ты, твою мать! О, я, кажется, отцепил ему наконец-то. Мне нужны были ножницы. Вот что мне было нужно. Что опять? Все же шло отлично. Хватит эту музыку врубать. Все, ладно, сестра. Сестра, ты... У меня даже сестры никакой нету. Чтобы она мне помогла с этой операцией, черт. Ладно, первое, что нам нужно знать, это... Нам нужны ножницы. Эта фигня, она не нужна. Выкидываем просто. Так, теперь нам нужны ножницы. А! Да-да, я как ты мог не зацепить их? Своей клешней. О! Ножницы, видишь, друг, ножницы! Теперь мы возьмем и аккуратно. Аккуратно попробуем отрезать тебе все там. О! Я их отрезал? Нет, я не. Ладно, другие ножницы возьмем, неважно. Пока что ты не особо не стекай крови, пожалуйста, не надо. Драматизировать не надо. Так. Так оно нам нужно, ты не уверен? Ты не знаешь, ты в курсе? Что это такое? Показывай свою руку туда. О, да! Прогресс! Прогресс! Так, нужно тебе срочно вколоть, чтобы ты совсем мало стек. Ничего, кровушка потечет, потечет, до свадьбы заживет, не волнуйся. Установили кровотечение. Хорошие доктора знают, что они делают. А мы с тобой кто? Ну, то есть я для тебя кто? Я... Да черт, ты даже... Я же все отрезал уже. Что она не вылезает? О! Смотри, какая хрень тебе была. Целая змея какая-то ужасная. Фу. Какая гадость. Вот. Уберем эту ерунду. Так, осталось разобраться, что делать с этой штукой. Серьезно, что с ней делать? Где у нее начало? Где... Че это такое вообще, друг? Че это такое? Как мне с этим разбираться? С какой частью его тела у нас проблемы? Чтобы... Как это вытащить все? Так, он опять решил у меня умирать. Да черт побери, я опять шарнулся. Ох, нет. Сестра, принесите мне что-нибудь полегче, пожалуйста. Слишком сильные. Сильные вещества мы опять. Ох уж эта рука. Сейчас. Дрель, ты никогда мне не помогаешь. Никогда ты мне не помогала, Дрель. Так, где опять шприц? О, боже. Уйди, Дрель, ты мешаешь мне его не убивать. Хватит, хватит, хватит. Прекрати. Прекратите это, телефон. Мне подложили эти наркотики, я не виноват. Твою мать! Эти наркотики задолбали уже просто. Есть какой-то антишприц, который, чтобы я не отшвырнулся обратно? Антишприц мне нужен. О, антишприц! Я антишвырнулся, нормально все будет тогда теперь. Что это такое? А, это лазер! Это лазер! Да ты вообще дохнуть стал в 5 раз быстрее, тварь. Ты же лазер. Он же все прижигать должен, что ж ты дохнешь тогда? Да хера в этой игре лазера с одного убил? О! Я сделал это, я сделал это. А, говорили, я никудышный врач. Кого-то теперь нету. Кому я снял кишки все, тебе я снял все кишки. Смотри, какая... Смотри, какая лапша у тебя была внутри. Ролтона нажрался, что ли? Теперь у тебя внутри Ролтон вырос. Посмотри на свой Ролтон. Ты посмотри на него. Отдохни в него, в общем. Так, и теперь... Ох, боже, мне вот эту хрень теперь нужно заменить. Ладно, Ролтон, наверное, далеко не уходи. Может, ты еще понадобишься. Может, мне тебе вернуть придется, мало ли. Прежься, сраный... Ох, блин, а ты ж так сдохнешь.
Не торопись, не торопись умирать. Не торопись! Вот. Все нормально было. Ничего не... Нет ничего такого, что не исправят наркотики. Поверьте мне, дети. Да, нормально. Боже, я задолбался. Это как настоящая операция. Кто говорил, что это не симулятор? Когда же оно отрежется-то? Оно должно выйти. Оно должно выйти из него. О, отлично. Когда ты знаешь уже, где резать, то сразу все легче становится. Все, как два пальца вообще. Так, Ролтон свой держи обратно. Азиат херов. Рамен, или как вы там называетесь, эти. Так, ладно, сейчас надо просто не собраться. Что мне делать дальше-то? Что мне делать дальше? Я, видимо, вот с такой ручкой я буду на улице стоять после того, как меня выкинут из этого хирургического отделения сумасшедшего, который берет психопатов вообще на работу. Да блин, куда ты обратно-то лезешь, тупой призрак? Ты похож на Каспера. Ай, хер с тобой. Как же мне теперь тебе все отрезать? Как же? Ложка. Ложка! Ну, попробуем ложку, конечно. Почему бы не попробовать ложку? Вот это говно было у тебя внутри, понимаешь? Держи. Может, ты там что-то приготовишь потом. Может, продашь. Каким-то совсем мечам. Ну, блин, теперь эту фасоль эту вытаскивать из него. Ну, одна фасоль, она даже с ростком каким-то. Ее даже и не вытащишь из тебя, понимаешь? О! Опа! О, наконец-то! Я наконец-то это сделаю! Иисус! Слава богу! Сейчас только все нормально. Нормально будет сейчас, друг, ну. Ну, пожалуйста, хватит умирать. Ты что, она что, обратно, что ли, залезла? Кто тебя просил? Вытащись. Может, тебя как-то выдуть, какой-то выдуватель тут нужен мне, чтобы тебя выдуть. О, еще одна фасоль. Еще одна жопа эта фасоль. В жопу. Так, аккуратно. Сейчас не торопимся. Первая пошла. Сейчас вторая пойдет. Сейчас осторожно. Что-то он не то берет. Сейчас она, если она укатится, я себе этого не прощу. Все. Вторая фасолина пошла. Ну все, готово, по-моему, looks fine to me. Так, нет, не готово, но... Можно еще других органов накидать для вида. Что, они что, не в том месте, где нужно? Что, мне их лазером, что ли, еще прижигать? Ну, что вы несете? Давайте, все готово же. Вон, норм. Ну, норм же, норм, живи. Я не переживу, если это не все. Я задолбался проходить это все. Дерьмо. Сколько ему органов вообще нужно? Какой-то ненасытный вообще. Получил пару, все, доволен. Все, вот она, внутри тебя. Ну, кто-нибудь, доделайте работу за меня, ну что? Че, я всю работу один, что ли, делать буду? Без медсестер вообще, без ничего. Руки ковши, они не могут. Может, из-за того, что там еще... Да! Си! Да! Наконец-то! Слава богу! Ух! Боже мой, как я намучился с этой ерундой. 12 минут! Ух! Ладно, если вам понравился этот ролик... И вы тут впервые, то не забывайте подписываться на канал, ставить комментарий, ставить палец вверх. На этом я с вами прощаюсь и пока. Слава богу.